Черемуха душистая весною расцвела, и ветви золотистые, что кудри завела. Да, завела. Потом созрела, мы ее собрали. В первую очередь высушили и измололи вот такую муку. Получилась у нас черемуха с тобой мука. Так, что будем готовить? Могу с тобой готовить черемуховый торт. В первую очередь нам понадобится черемуха мука. Потом мука пшеничная понадобится. Молоко, яйцо, сахар и сода. И все. Мы наливаем, засыпаем с тобой черемуху муку. Смотри. Лучше черемуховый торт получается, когда тесто много делаешь. Поэтому мы с тобой сделаем две формы. Заливаем молоком. Сейчас мы с тобой это все перемешиваем, ставим микроволновую печь при максимальной мощности на 5 минут. Вот тебе миска большая, да? Вот тебе яйца куриные. Внимание, внимание, сейчас они появятся. Да. Ну что, взбиваем? Теперь высыпаем сахар. И ставим взбивать до полного растворения сахара. Не знаю, готово ли у тебя, но у меня уже запах совершенно потрясающий. Теперь перемешиваем. Ложку прям полную с бугром чайной соды. Перемешиваем с мукой. Берем с тобой две формы. Температура 160 градусов, полтора часа. Ставь, ставь, ставь. Молодец. А, горячо. Горяченькие у нас кожики получились. Мы начинаем сейчас вынимать. Мы будем делить с тобой на три части. У нас с тобой взбитые сливки, литр сливок и 2 ложки столовых сахара и пудра. Да, это подразумевается как домашний торт, да? И поэтому слишком там не делать это все аккуратно. Берем кондитерский мешок. Я должна сделать такую вот решеточку больше. Раз. Осталось добавить небольшую деталь. Да. Небольшой штрих. Деко, это шоколад от того. Шоколадный торт. Вот так надо работать. Представляешь, я когда 20 тортов. С ума сойти. Я буду учиться. Да, ты так проходишь, так рядом. Только так посыпаешь. Рукой махнула, тут озеро, там лебеди плавают. Наш торт готов. We'll be right back.